Итак, день первого полета. Еще на пути в аэродром хотелось ущипнуть себя и спросить, неужели мы действительно это делаем? Приезжаем на аэродром, заходим в самолет, а там миллион человек что-то делают, камеры устанавливают. Чувствовалась небольшая клаустрофобия. Ну, понеслась, первый полет. Все были просто на взводе. Тим и Энди особенно. Видок у них был такой, будто их ведут на расстрел. Я нервничаю. Самочувствие, ну, непонятное. Штормит. Врать не буду. Когда заработали двигатели, у меня мурашки по спине побежали. Шум, гам, суета. Я смотрю на парней, а они такие: «О, сейчас будет что-то». Поехали! В этот момент у меня началась бескомпромиссная паническая атака. А еще никто не говорил, что в самом начале полета происходит такая короткая невесомость на пару секунд. Это такая маленькая кочка невесомости перед настоящей. Это потому, что самолет сначала пикирует вниз, прежде чем взмыть по параболе. И потом тебя так... Я такой: «О боже, началось, началось!» Но оно не началось. Это она? Это она? Нет-нет, это не она. А потом начинается первая перегрузка. Чувство такое, будто на тебе сидит слон. Твое лицо сползает вниз, и глаза начинают закрываться против своей воли, вот так. И вся жидкость уходит в ноги. А потом ни с того ни с сего... Вэм! Спустя секунду ты уже в метре над землей. Сначала немного страшно, потому что ты не знаешь, что делать и как себя контролировать. К концу режима один из инструкторов просто ловит тебя и аккуратно опускает обратно на мат. И потом снова начинается перегрузка. И таких было 15 за полет. Триш и я, мы освоились почти сразу, может, ко второй, третьей параболе. Дэн присоединился к нам, по нему было видно, что ему очень нравится. Потом Энди к нам подлетел, и казалось, что он вообще в полном восторге. Я чувствовал себя ужасно. Меня начало тошнить. Первые пару ты чувствуешь себя отлично, а потом твой мозг говорит тебе: «Не-а». Так быть не должно. На пятый я полетал, потом приземлился и просто позеленел. И я боялся даже не того, что меня стошнит. Я боялся того стыда, что окажусь тем парнем, которого стошнило. Для меня это было игрой на выживание. Остальная часть этого полета — это одно из самых неприятных событий моей жизни. И я просто думал: такого я больше не повторю. Это было ужасно. Мне вообще не понравилось. Ты жив? Ты живой? Да, я живой. Я, наверное, не полечу второй раз. Посмотрим. Я не привык, я не понял. Страшно это. Хочется сказать: «Было круто!» На самом деле нет.